Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о программах получения ВНЖ, постоянного места жительства и гражданства в Европе. Спрос на эти программы увеличивается. Особенно он вырос за последний год в силу самых разных причин – политических, экономических, медицинских. Все больше людей готовы сделать ответственный шаг, чтобы иметь возможность передвигаться по миру даже в смутные времена. Схемы инвестиционной иммиграции есть, как вы наверняка знаете, и в США, и в странах Центральной Америки, и в Азии, и даже в Океане. Но для нас, русскоговорящих граждан, Европа ближе, и европейские программы поэтому самые востребованные. Так что остановимся на них. Тем более, что с начала 2022 года условия некоторых изменились и существенно. Смотрите в серии. Какие изменения произошли в европейских программах ВНЖ, ПМЖ и гражданство за последний год? Наиболее востребованные инвестиционные схемы и их преимущества. Что означает статус «постоянный житель ЕС» и как его получить? Как я уже сказала, в последние месяцы правила получения инвестиционного ВНЖ и гражданства поменялись в нескольких странах. Но начну я с тех, где принципиальных изменений не произошло. Это самые востребованные еще в доковидные времена направления Испания и Греция. И в Греции, и в Испании действует программа «Золотая виза». Расходы на недвижимость по ним не менее 250 и 500 тысяч евро соответственно. В Греции весьма демократичные условия по покупке. Вместе с детьми вид на жительство могут получить родители заявителя, его супруга или супруги. Из ограничений греки не дают резидентам право на работу. Единственное, что еще хочу отметить, в 2021 году золотую визу в Греции получили более 1000 инвесторов. То есть схема, очевидно, оживает. Испанская программа, как я уже сказала, дороже в два раза. Кроме того, в отличие от Греции, Испания с начала пандемии и на момент выхода нашего сюжета держит свою границу закрытой, в частности для россиян. За весь 2020 год золотую визу в стране получили менее 400 иностранцев. В 2021 показатели выросли, но все равно до лучших времен не дотянули. И здесь я хотела бы отослать вас к предыдущему сюжету по Испании. Отдельно отмечу, и в Греции, и в Испании можно получить ВНЖ через долгосрочную аренду, а также при покупке любой недвижимости, то есть вне зависимости от ее стоимости. Правда, в последнем случае закон требует от заявителя доказать финансовую обеспеченность, а главное – проживать в стране более 183 дней в году. Понятно, что этот вариант подходит очень немногим. И еще. Наш опыт работы показал, что эти два направления популярны у тех, для кого золотая виза, то есть вид на жительство без обязательств по пребыванию в стране, конечная цель. А вот те, кто задумывается в перспективе о ПМЖ или гражданстве, не выбирают ни Испанию, ни Грецию. Ведь в этих странах у желающего получить паспорт возникают обязательства по длительному нахождению в стране, да и претендовать на документ можно будет лет через 10. Испанская и греческая золотая виза более всего подходит тем, кто любит эти страны, хочет приезжать к морю, отдыхать здесь, возможно, переехать сюда на пенсию, но не более того. Хотя главное все равно в том, что программы рабочие, действующие и по-прежнему популярны. Следующая на очереди – программа Латвии. Про нее последние годы начали уже забывать. Тем не менее, она по-прежнему работает и в первую очередь интересна именно россиянам. Тому есть несколько причин. Латвия близко, здесь низкий ценовой порог – 250 тысяч евро, как и в Греции. Есть возможность получения золотой визы, как и в Греции, без обязательств по проживанию. Эти требования появляются только если цель будущего резидента – получить в дальнейшем ПМЖ или гражданство. Но, в отличие от греческой,
латвийская золотая виза дает право на работу. Кроме того, покупка недвижимости в Латвии сегодня весьма интересная инвестиция. Спросом пользуются в первую очередь объекты для сдачи в аренду в Риге или Юрмале. Получая латвийский ВНЖ, инвесторы покупают свободу передвижения, не привязывая себя к конкретному месту. К сожалению, власти страны постоянно ужесточают условия для иностранцев. Пока окончательного решения не принято, но есть вероятность того, что латвийская программа в этом году вообще закроется. Это значит, что пока еще есть время. И, кстати, через 5 лет владения ВНЖ при условии проживания в Латвии в течение 4 лет и непрерывного отсутствия за раз не более полугода вы можете получить постоянный вид на жительство. Причем с 2023 года это не просто латвийский ПМЖ, а более солидный постоянный житель ЕС. Что дает этот статус? Он интересен тем, кто планирует в перспективе переезд в другие страны Европы. Это право на работу по всему Евросоюзу. Это возможность обучения в европейских вузах по льготным тарифам. Статус постоянного резидента выдается на 5 лет, по истечении которых продлевается. Для его получения необходимо сдать языковой экзамен на уровне А2 и экзамен по знанию истории и культуры Латвии. Если вам интересна такая перспектива, буду рада проконсультировать вас. Латвийская золотая виза пока еще доступна, и, возможно, это самый интересный вариант прорубить окно в Европу для себя и своих детей. Выгодная возможность по соотношению вложений и получаемых бонусов. Теперь перенесемся на самый юго-запад Европы, в Португалию. Спрос на золотую визу этой страны резко вырос в последние месяцы. И, пожалуй, здесь изменения оказались самыми существенными. Теперь все, кто претендует на португальский ВНЖ через приобретение жилой недвижимости, должны покупать ее только на Мадейре, Азорских островах или во внутренних районах страны. Понятно, что самыми востребованными у инвесторов всегда были Лиссабон и Лиссабонская ривьера, а также Порту и Алгарве. Но теперь покупка жилой недвижимости в этих районах больше не дает права на золотую визу. В популярнейших районах по-прежнему можно рассматривать коммерческие объекты, в том числе номера в отелях, а также офисы, магазины, рестораны. Цены для входа в программу остаются прежними. Базовый вариант от 500 тысяч евро. Это, например, прекрасные апартаменты на Мадейре или даже дом. От 350 тысяч для объектов старше 30 лет под реконструкцию. В этом контексте сейчас интересно рассматривать номера в отелях под реконструкцию под управлением крупных сетей. И от 280 тысяч для объектов в районах с низкой плотностью населения. Здесь тоже подойдет гостиничный номер, но скорее уже не в Лиссабоне, а, например, в Алгарве. При выборе подходящей недвижимости есть много деталей, углубляться в которые правильно будет уже при личном общении. Чем португальская программа выгодно отличается, скажем, от испанской, это перспективами получения ПМЖ и гражданства. В Португалии они более понятные. Процесс занимает всего 5-6, а не 10 лет. В течение этого времени заявитель может находиться в стране всего по 2 недели в году. Для получения паспорта придется сдавать экзамен, но право же и это решаемая задача. Если говорить не о виде на жительство, а о ПМЖ, обратим внимание на Кипр. Программа PR Fast Track дает возможность получения постоянного вида на жительство при покупке нового жилья стоимостью от 300 тысяч евро. Еще раз подчеркну, это именно постоянный вид на жительство, который не надо продлевать. Если задаться целью, инвестор может рассчитывать и на кипрское гражданство. Для этого нужно проживать на острове
течение 7 лет. Конечно, надо помнить, что Кипр, хотя и входит в ЕС, но не входит в Шенген. То есть для перемещения по Европе резидентам все равно потребуется виза. Но я не исключаю, что страна может пойти по пути Латвии. Как я сказала раньше, обладатели латвийского ПМЖ с 2023 года будут получать ценный статус постоянный житель ЕС. Логично предположить, что и Кипр в ближайшем будущем постарается давать его постоянным резидентам. Сейчас кипрский ПМЖ не дает права на работу ни на Кипре, ни в Евросоюзе. С другой стороны, обладатель статуса может претендовать на льготы в обучении. Получая образование в европейском вузе, обладая студенческой визой в какой-либо стране Шенгена, вы имеете перспективы на работу в статусных мировых компаниях. Кстати, получить постоянный вид на жительство на Кипре можно и приобретая вторичную недвижимость, причем за меньшие деньги, то есть не по программе Fast Track. Однако опыт показывает, что сроки получения ПМЖ по общим правилам непрогнозируемы, а процесс может растянуться на несколько лет. А про возможность возобновления кипрской программы гражданства скажу прямо. Не стоит рассчитывать на какие-либо позитивные новости. О ее возобновлении слухи ходят постоянно, но, во-первых, никакой официальной информации нет, а во-вторых, нет даже сколько-нибудь серьезных неофициальных данных из заслуживающих доверия источников. В завершении разговора о Кипре приглашаю вас посмотреть наш ролик о программах получения ВНЖ и ПМЖ в этой стране. Ну и раз уж мы подошли к теме гражданства, давайте посмотрим, какие европейские страны сейчас готовы выдавать инвесторам паспорта. Как ни странно, но простого ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, возможности существуют во многих странах, например, в Британии или Австрии. Но эти схемы требуют от инвестора многомиллионных инвестиций и, более того, замораживания средств на долгое время. Если же рассматривать вложения в пределах миллиона, по-прежнему в ЕС работает программа Мальты. Но, во-первых, здесь всегда были высокие риски отказа. Во-вторых, условия программы не самые выгодные. В-третьих, после череды скандалов, отмены кипрской паспортной программы, доверие и к мальтийской, как ни крути, снизилось. Многие инвесторы не хотят рисковать, ведь получив условную черную метку на Мальте, они могут столкнуться с трудностями и в других странах. Получается, в Европе, подчеркну уже, не в Евросоюзе, а в Европе, есть всего одна страна с эффективно работающей программой инвестиционного гражданства. Это Черногория. Черногорская программа, анонсированная в 2018 году, была одобрена на 3 года с 2019 по 2021, но фактически работала полтора. Непосредственно перед новым 2022 годом было принято решение о ее продлении еще на 12 месяцев. Одновременно программа подорожала на 100 тысяч евро. Расходы на семью теперь составляют от 550 тысяч евро, из которых 250 тысяч – минимальная сумма, вкладываемая в недвижимость. Ее можно вернуть через 5 лет. И несмотря на удорожание, я уверена в сохранении спроса, поскольку в Европе у черногорской схемы нет альтернатив. Просто сравните. Португальская программа предполагает сдачу языкового экзамена всеми членами семьи и дает возможность получения гражданства ЕС через 5-6 лет. Черногорская, без экзаменов, позволяет получить паспорт через полгода. Ожидается, что Черногория вступит в ЕС, и даже если это не произойдет в обозначенный срок, то есть к 2025 году, в более отдаленной перспективе на это можно рассчитывать. По этой программе низкий процент отказов. Черногорцы лояльно оценивают жизненные ситуации, которые вызывают недоверие в странах-членах ЕС. Так, например, на вопрос о происхождении денег в Черногории смотрят проще, снисходительно относятся к погашенным судимостям, не требуют документально доказывать факт иждивения совершеннолетних детей.
Подробнее об этом в еще одном моем ролике. Ну а если смотреть на задачу получения гражданства шире, обратите внимание уже не на Европу, а на Турцию или страны Карибского бассейна. Паспорта этих стран никак не приблизят вас к постоянному проживанию в Старом Свете, зато объем инвестиций тут относительно низкий. Расходы составят от 250 до 400 тысяч евро на семью в зависимости от программы. Уважаемые зрители, невозможно предложить универсальный суперрецепт. У каждого из нас свои цели, задачи и возможности. Поэтому мы готовы дать рекомендации на основании индивидуальной консультации. Мы вместе выработаем оптимальную стратегию инвестиций, оценим ваши пожелания и жизненные реалии. В любом случае, обращайтесь, поможем. Контакты на экране. С вами была Юлия Титова.